Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Извините за опоздание. Дело в том, что я никак не мог войти в стрим-ярд. Почему-то белый экран и все. Ну, наконец-то, с 27-й попытки я вошел. Добрый вечер. Тут один человек пишет, сейчас, значит, вот, Артур Ники пишет. Где Мат... Артур Панфилов, где Матвей? Не помер? Нет. А что, вы что-то знаете про меня такое? Скажите мне тогда. Екатерина, значит, всем привет, Москва! Екатерина, рады вам. Добрый вечер из Амстердама. Пожизненный лайк. Кстати, ставьте лайки и подписывайтесь, пожалуйста. Дальше. Выжгород. Ой, Выжгород. Кстати, в Выжгороде родился замечательный режиссер, к сожалению, он уже ушел из жизни, Виталий Малахов, вы знаете, руководитель театра на Подоле, выдающийся человек, выдающийся режиссер, к сожалению, ушел довольно молодым. Там его родители жили и так далее, да, поэтому это место мне знакомо. Ставьте лайки. Гамбург, интересно, Майкл Швец, Лю, может быть, это он любит меня. Добрый вечер из Германии. Тюмень, Мытищи, Днепр, Москва. Пожизненный лайк, да. Друмер... Друмер Мирз. Ну, Друмер Мирс, ну поменяй, ну... Ну что ты меня мучаешь? Ну, ну почему я каждый раз должен вот это... Я пожилой человек, персональный пенсионер. Для меня сложно это. Альцгеймер, паркинсон. ну не надо, со мной так. Привет землякам. Светлана Мельник. Доброго тихого, спокойного вечера. Я титка с Киева. Вона титка с Киева. Тут вот задонатить, Матвей Ганопольский некий пишет. Да, если было бы, если бы вы могли. Привет из Франции, Галина Лейкенд. У нас тоже дождь и плюс, восем... плюс 18, холодно. Я вам хочу сказать, что сейчас на улице в Киеве такая метель, что это просто конец света. Ну, такая, без особого мороза, но вдруг... Добрый вечер, привет из Нью-Йорка, Чепурнов. Сегодня шел из жизни Юрий Соломин, адъютант его превосходительства. Я сейчас скажу несколько слов по поводу Соломина. Привет всем из Майами. У нас дождь и холодно. Плюс 18. Ах, вы ж жирнюги. Ах, вы ж гады. А, жиру бесятся эти американцы. Штутгарт, Нюрнберг. Ну, в общем, полно-полно-полно-полно всего. И вот еще накидали. Свят Ханенко, приветствую. Ольга Лаврентьева пишет. Только что прочла в других комментариях. Как вам не стыдно про пожилых так говорить? Мне не стыдно, мне самой 60. Слушайте, я... Ну, мне больше, как вы знаете, но я себя абсолютно не чувствую, э, так сказать, пожилым человеком. Тем более с вами. Я как вампир, понимаете? Вот я смотрю на вас и пью вашу кровь, пью вашу энергию. Вы знаете, есть такие люди. Но это... о. Плющев, зачем ты пришел? Плющев, кстати, Сашка, я завтра сделаю экспериментальный эфир в 5 часов вечера, как бы предварительную часть, я хочу посмотреть, я ее проанонсирую, посмотреть, сколько народа придет, вот в 5 часов, мне Багро это посоветовал, он, ну и вчера писали, что... Важная история выбрать время. И он сказал: что вот если пять по Киеву, то это все возвращаются с работы и так далее. Кроме того, у меня скопилось столько материала, я не успеваю. Я не успеваю все рассказать. Понимаешь? Поэтому не ругай меня, как плющев на стриме. Но он же поздоровался. О, смотрите. Пупкин меняет фамилию на. Сюськин, Друмер, блин, Друмер Мирс пишет, Матвей Юрьевич поменял, теперь я просто Друмерм. Ну, можно, например, ну, ну, ну все, то есть мучить меня до конца, выпить всю кровь. Ну, пожалуйста. Смешно. Рамадган Ольга Лаврентьева пишет. Матвей, я в прошлом учитель и по-доброму вампирила от учеников. Значит, Александр Ан, Анмазарин. Я тоже старею, но мне все равно старики не нравятся. Но это мы друг другу как бы не нравимся. Да? Матвей, а как вы поменять свою точку зрения примерно через год? Вадим Семенов, а что вы? имейте в виду, в смысле, как, как поменяю, в каком смысле я поменяю. То есть, э, э, друмер, -мир 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 Сделайте просто друмер или драмер или друм. Вот, пол, вот спокойно, чтобы я произнес друм и все. Но не держитесь за это. Вы пьете мою молодецкую кровь. Понимаете? Так, Анна Маркс пишет. Соломин путинист и шел, и ушел, и ушел. Послушайте меня. Давайте не говорить путинист и так далее. Давайте, во-первых, уважать его актерские работы, начиная с «Адъютанта его превосходительства» и вообще много фильмов и так далее. Я вот чего хочу сказать. Понимаете, жизнь человека, который прожил много лет, не как сказать, не исчерпывается его отношение к Путину, его отношением к Путину. Давайте вот сразу договоримся. Давайте, во-первых, ну, как вам сказать, будем немножко западными людьми. Западными в том смысле, что будем разделять человека и то, что он делает. Потому что, ну, как-то, вот Путин преступник, да. И, ну, такое абсолютное зло, мы много раз об этом говорили, но э, если человеку нравится то, что делает Путин, то нужно, ну, как сказать, как это говорят, все сложнее или все не так однозначно. Значит, мое отношение к Соломину вот какое. Как ни парадоксально, оно начинается не с того, что он поддерживал Путина, а почему он поддерживал Путина. Значит, э, он уже много лет после Михаила Ивановича Царева, по-моему, он уже много-много-много лет был главным режиссером малого театра. Вы знаете, вот Большой театр, и справа малый театр. Малый театр это э, традиции театральные, это Островский. Это кафтаны, это такое, вот понимаете, да? То есть это театр, который, ну я не знаю, как вот театры в Древней Греции, которые сохраняли много-много веков даже вот эту традицию ходить на катурнах, говорить изоповым языком. Это вот такой некий хранитель классики русской и какой-то русской театральной традиции. Это первое. Второе. Значит, э, он был главным, ну художественный руководитель, назовите как угодно, генеральный э, директор, мне все равно. Да, вот как комедии францез или кабуки. Второе. Он э, это государственный театр. Туда приходит Путин. Значит, ну, понимаете, в чем дело? Ему, я не думаю, что он радовался этой войне. Но если Ленком поддержал войну, правда, без Марка Анатольевича Захарова, то этому сам Бог велел. И здравствуйте, я ваша тетя под, поддержал, и все поддержали. Поэтому, Давайте просто, так сказать, Царство ему небесное, через 200 лет Путин забудется, и, так сказать, и так далее, останутся его роли. Понимаете? Его брат замечательный. Я даже не знаю, поддерживал он Путина, не поддерживал, но доктор Ватсон был замечательно. В общем, короче говоря, давайте оставим его в покое и не будем. Как бы презрительно, презрительно к нему относиться. Да, Михаил Дорофеев пишет: Малый театр это Евгений Вестник. Я с Вестником был хорошо знаком. Мы даже там на киностудии Мосфильм вместе в озвучках участвовали, и так далее, но на это не стоит тратить время. Вот, пожалуйста, Давайте так. Во всяком случае, просто поймите меня. Это моя позиция. У меня особое отношение. Конечно, здравствуйте, ваша тетя. Он просто уничтожен был этим увольнением с Председателя Союза театральных деятелей. Понимаете? Он, он, вот это его покаянное письмо. Ну вот, ну вот, это ужас и я бы так сказал... Нет, так я сказал, доктор Ватсон – это Виталий, а не Юрий. Я понимаю, я же сказал, его брат. В общем, короче говоря, не стоит. Честно, честно вам говорю, не стоит. Ну, такое это все. Не люблю я это. И вот линком, понимаете, я спокойно отношусь, что линком влез в это говно. По одной простой причине. Марк Анатольевич, ну, Калягин, да. Марк Анатольевич Захаров до этого не дожил. Понимаете? Вот не дожил. И слава Богу, Царство ему небесное. Начать я хочу... Начать я хочу вот с чего. Я вам хочу... Вы знаете, я <laughs> учитывая, что мы с вами люди, э, да, Майкл Шве, Михаил Швец или Майкл Швец, письмо забудется, Булгаков тоже Сталину писал, и что? Ну, мы же любим его не за письмо, а мы любим его за, ну, как минимум, мастера мастер Маргарита. Татьяна Копылова, тоже бы в лес и Захаров. Татьяна, а я вас сейчас забаню вы про Захарова ничего не знаете. Вообще. А я его знаю очень хорошо. Поэтому не играйте со мной. Сегодня мы вспомнили Стиморал, или как это, помните, знаменитое 90-х годов. Иногда лучше жевать, чем говорить. Вот пожуйте что-нибудь, не бесите меня. Я смотрю сюда, что вы пишете. И скоро на расправу. Теперь послушайте, поскольку мы с вами все, э, как бы, знаете, одной ногой в могиле, ну, мы все сейчас одной ногой в могиле из-за Владимира Владимировича, то я вот сейчас э, э, как бы э, начинаю всегда с такой короткой, э, короткой такой какой-то медицинской истории. Вот я вам вчера читал, и э, э, я вам вчера читал, и сегодня прочитаю. Причем какие-то, вот знаете, такие короткие удивительные вещи. Uh, действительно, просто чтобы вы знали, вот вы должны знать, вот это, я же инфор... это информационный эфир, правильно, пишет некая Фрау Мюллер без ножа. Фрау Мюллер из... без ножа. Вчера пережила, наверное, второй самый страшный день в своей жизни. Мама внезапно потеряла память, абсолютно резко, без каких-либо стрессовых факторов. Она узнавала родных, помнила давние даты, но абсолютно не могла вспомнить, что происходило в ближайшее время. И самое жуткое, она постоянно задавала одни и те же вопросы, с разницей в несколько минут. Ну, как моя мама, так сказать, как моя мама, когда у нее альцгеймер начался. А почему здесь скорая? Как я попала в больницу? А как, когда мне поставили этот катетер? Ей провели различные обследования, но ничего не нашли. Сейчас состояние нормальное, она помнит все, кроме примерно 8 часов со вчерашнего дня. Просто как будто у нее был файл, и его удалили. Врачи склоняются к транзиторной глобальной амнезии. Я совершенно не понимаю, что это такое. Неважно, вот какая-то такая мама все еще под наблюдением в стационаре, но чувствует себя абсолютно обычно. Безнец, конечно, шуточки у нашего мозга бывают. Пишет: пошли комментарии, пишет Лиса. Абсолютно то же самое один раз случилось с моей мамой. Забыла день, тоже одни и те же вопросы задавала. Я очень испугалась. Тогда пошли по врачам, сделали МРТ, ничего не нашли. Больше такого не повторялось. А, значит, э, пишет иллюзия Мохито. Очень сочувствую. У меня тоже такое было, э, как часть транзиторной ишемической атаки полный ноль воспоминаний на какое-то время. Плюс я говорить не могла несколько часов. Э -э, все ушло. Э -э, ну и так далее. Вот, значит, маме был, маме 71 год, она в полном порядке и все реагируют. То есть, э -э, что я, э почему я вам об этом говорю? Э -э, для того, чтобы просто, просто вы знали, что вот бывает и так. То есть бывает как с моей мамой, как с вашими родителями, очень много такое происходит, но там уже Альцгеймер пошел, и так сказать, ну вот, понимаете, да? Но бывает и так. Было, восстановилось. Ну, надо сделать анализы. Да, возможно, это микроинсульт Владимир Галка. Вот то, что у моей мамы было первый раз, когда я был в Москве. Помните, я вам рассказывал, к ним приехала, отец вызвал скорую, Скорая приехала, а мама вот что-то такое говорит, но ни одного слова не понятно. Ну, ее прокапали и так далее. Она после этого много лет прожила. Ну, последние пять лет уже ее, значит, это самое. Ну, ее давно нет. Моя мама была 27-го года. Э -э так, это я вам рассказал. И это было очень важно. Я вам и дальше буду такие истории рассказывать, потому что <coughs> я считаю, что... Это очень важно. Значит, теперь давайте пойдем на новости. И вот почему. Сразу. Значит, вы знаете, Россию, наверное, ждут большие несчастья. Потому что, вы видите, начинается... Ну, я бы так сказать, сказал бы, коммунальный развал. Ну, вот вы знаете все эти истории с трубами и так далее, и так далее. Я вам хочу сказать, что в советские времена, а я категорически противник советской власти, вот этого советского времени и так далее, я не помню такого. Я помню знаменитый год. Когда в Москве было что-то под 40, это была самая холодная зима, это был какой-то, по-моему, 78-й год. И э, все машины, тогда еще не было пластичной, вот этой вот, значит, где вмятины заделывают, и, значит, сжалась от мороза сжались, сжался металл у всех машин, ну, 79-й, возможно, простите, сто лет назад, я не помню, сжался металл, и все отпало. То есть машины ехали, машины и трамваи, и троллейбусы, они же все шпаклеваны, понимаете? Все отвалилось. И, например, на улице Трифоновской, 45Б, где на, где находится общежитие Гитца, я тогда учился, была невероятная вещь. Там остановка трамвая, чтобы доехать до метро. И вот подъезжает трамвай, ну вот эти чешские трамваи. Он открывает дверь, дверь хлопает, вы знаете, у них резко хлопали двери, и отваливается вся шпаклевка на всем протяжении этого корпуса трамвая. Мы, мы И вот эти вмятины, все. Ну, короче, это... Э, да, вот Анна Маркс пишет, в 78-м зимой было минус 42 на Новый год. Я помню это. В общем, короче говоря, тяжелая, тяжелая история, понимаете, была. Так вот, э, я хочу вам сказать, что, э, помните, я вам всегда цитирую цитирую Павловского, который говорит, что войну начать легко, обычно после этого говорят, закончить сложно. Ну, во-первых, это правда, сложно закончить, но суть не в этом. Суть в том, что вот эти мя... миазмы войны, вот это, ну, как бы следствие, я даже не скажу следствие, а вот знаете, когда вот э идет параллельно какое-то... Как, параллельно что-то идет. Вот параллельно, поскольку страна живет абсолютно ненормально, и миллиарды, и миллиарды идут на войну, то Путин смеет заявлять, вы знаете, что на детские сады нет денег. Мать твою, и никто его прямо там не прибил? Короче говоря, что происходит в Российской Федерации? Она неуправляема. Власть занимается, я имею в виду Государственная Дума и так далее, занимается только одним, и мы об этом будем говорить, печатает бесконечно ужесточение у всякие законы, 10 лет тюрьмы, 15 лет тюрьмы. А Путин ⁇ подонок лжец, тварь. Он вообще отказался от своих граждан. Вообще. Он лжет каждую минуту. На всех встречах. И сегодня я вам это расскажу. Виктор Ерофеев, замечательный писатель, он написал так: основная мерзость русской жизни не хамство, даже не отношение к человеку как говну, но негласное согласие на продолжение недостойной жизни и стремление к ее оправданию. Ну это же правда. Проснулся мой лапусик, мой зайчик, мой сладенький. Сладенький. Кто у меня сладенький? Вы же знаете. Дмитрий Медведя. Я вам говорю, в рейтинге вообще непонятных мне людей это Дмитрий Медведев. Ну, если он хотел, так сказать, чтобы Путин его заметил, но ну его, Путин его 150 раз заметил уже. Ну, потому что так как ведет себя Димон, как пишет Ханенко, ну я не знаю, кто так себя ведет. Это просто, просто невозможно. И он зам председателя Совета Безопасности. Вот отдельная его высер. Вот, пожалуйста. Тут отдельные тупоголовые вояки из Бандерастана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России. Что это значит? Значит только одно. Они рискуют нарваться на действие пункта 19 основ государственной политики, России в области ядерного сдерживания. Пункт Г. Агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Обратим внимание, что те куски говна, которые хотели за три дня взять Киев, вдруг начинают говорить про то, что может исчезнуть русское государство. Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основания для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе поддерживающих нацистов в Киеве. Значит, э, в, чем неадекватность? в чем неадекватность? Опять в распальцовке нулевой, потому что говно, у говна нет пальцев. Бульбашки есть, но вот этого нет, не может быть. У человека, не играющего никакую роль в жизни даже своей страны, кроме вот этих матюков. Так сказать, не понимаю. Ну и кроме того, вот это вот бесконечное, бесконечное, мы ударим, а вас ударят. здесь вот написали в самаре нет написали что он эм, что он собирает голоса ездит собирает голоса путин ездит собирает голоса значит на избирательный счет путина поступают деньги от членов партии единая россия хотя путин идет как самовыдвиженец. Граждане России не жертвуют деньги на избирательную кампанию Путина, следует из отчета кандидата. Вот здесь вот выложены листы, они мелкие, я их вам показывать не буду, ни одного частного лица. Я думаю, что после вот этого значит, вот этого поста, безусловно, появятся какие-то там Клавдия Ивановна, там Семен Михайлович, которые, значит, будут класть там 100 рублей, 300 рублей и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот факт остается фактом. На данный момент именно так. Важное сообщение. Значит, в Америке, вы знаете, проблема, республиканцы, демократы, выборы, черти что. Но Белый дом поддержал закон о конфискации 300 миллиардов замороженных резервов ЦБ Российской Федерации. Законопроект представит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины. Тут я не знаю подробности, но эти 300 миллиардов, э, они ведь не только в Америке. Поэтому я не совсем понимаю, как это будет работать. А открыть подробности я не могу, потому что это Moscow Times.ru и э, ru не работает домен в Украине. Идем дальше. <связывая> санкции не действуют, санкции не действуют. Россия все краше, лучше, выше и так далее. Сообщает русская служба Moscow Times. Нефтегазовые доходы бюджета рухнули на четверть, дыра 6,5 триллионов за два года. Вот понимаете, сейчас, когда происходит вот это вот так сказать, выборы вот эти, то Путин занимается, ну, там вокруг него, не знаю, кто там этим, Громов или кто, таким легким пиаром, такой, знаете, так сказать, с разных сторон. Внимание! Оказывается, старшая дочь Путина, помните, я вам рассказывал, что они развивают ВКонтакте и делают как бы телевидение свое, Дублируя как антитеза к Ютубу, так вот, старшая дочь Путина э, дала интервью большое. Внимание! Большое интервью старшей дочери Путина набрало сотни тысяч просмотров ВКонтакте, но нет ни одного комментария. Для сравнения, в Ютубе его посмотрели 28 раз. Еще раз, 28. Не 2800, и не 28 тысяч. Интервью у Воронцовой взял Вячеслав Шуленин, директор, созданный властями Москвы. Вот этого инкубатора стартапов в области медицины. Ну и так далее, и так далее. Такой, ну, так сказать, путинец. В интервью Воронцова называет Россию человекоцентричным обществом. Для нас высшая ценность ⁇ это человеческая жизнь, утверждает дочь главы государства, который начал самую кровопролитную войну в Европе со времен Второй мировой войны. И понимаете, ничего, вот, так сказать, Ничего, вот она говорит это, врет, как отец, и ничего. Надеюсь... А, вот. На дожде у Катрикадзе был эксперт, он сказал, что эти 300 миллиардов это вложение РФ в ценные бумаги, и облигации США поэтому это значит, что США откажутся от своих обязательств перед Российской Федерацией. Ну да, но вы знаете, что этот процесс идет тяжело, и он идет тяжело по одной важной причине, потому что, э, так сказать, Америка считается самым, ну, таким надежным, там, ну, в общем, короче говоря, а если происходит такое, то другие которые хотят вложиться в ценные бумаги США, начинают думать, а вот может будет какая-то война, и, и вдруг у нас тоже заберут деньги. Ну. Теперь Госдума снова задумалась о том, как до Гланд достать уехавших, которых называют релаканты. И вы знаете, вот как бы находятся свежие идеи. Помните, сейчас я просто не могу вам показать, я сегодня видео не показываю, и звуки будут завтра. Я вот это знаменитое видео, где женщина истошно кричит, и квартиру говном залило. Я надеюсь, вы это видели. Она так кричит, что можно сойти с ума. Муж пытается ее успокоить, говорит, что ты кричишь. В чем смысл? Перестали работать насосы, которые откачивают говно. Они, видимо, живут на нижнем этаже, и все сверху пошло через их унитаз и залило квартиру дерьмом. И она так страшно кричит, что это можно с ума сойти. Вроде бы надо этим заняться. Нет. Пытливые умы Государственной Думы занимаются другим. Читаю. Депутат Госдумы Хамзаев предлагает ввести на законодательном уровне понятие, недружественный релакант. По его мнению, данный термин подразумевал бы, что человек в свое время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. Ах ты ж дебилой, да? Хотя ты прав, оно будет принято и в трех чтениях за один день. Так что ты свои 30 серебряников получишь. Правда, что будет дальше? Это уже отдельный вопрос. Я вот упомянул о потоках говнеца, который, так сказать, широким эти сам. На самом деле в России происходит коммунальная трагедия, апокалипсис. Энергетический отопительный коллапс в путинской России продолжается. В городе Омске отключены отопление электричества, свет пропал. В том числе в детских садах и школах. Э, уже даже не знаю, пишет Максим Миро, Миро, Мирович: как это комментировать: Жена неож... зима неожиданно вторглась в страну, которая готовилась не к зиме, а к войне. Но это правда, потому что эти миллиарды надо было всадить куда? В коммунальные дела. Нет, надо убить украинцев. Ну, давайте. Флешмоб подхватывает королев в котельной микрорайона юбилейный случился хлопок газовоздушной смеси с последующей разгерметизацией одного из котлов, ну то есть взрыв. Частично повреждено здание, нарушено остекление. С теплом перебои в ста зданиях, включая детсады, школы и больницы. А до весны еще далеко. Замерзающий человек, видите? и стишок. Песня «Главней всего погода в доме» внесена в перечень экстремистских и подрывающих государственный устои России. Очень может быть. <связь> вот. <связь> Апофеоз твари. Это вот знаете, вот когда когда человека ведет, когда он знает, да, совсем мало лайков, примерно две трети зрителей не поставили лайки. Ну, бойкая, ну что мне делать? Деньги платить, чтобы ставили лайки. Значит, э, смешная история. Вот понимаете, э, я, я в каком-то смысле понимаю, почему Медведев еще ему не закрыли пасть потому что не Медведева учится у Путина, а Путин у Медведева. И вот эта историческая фраза «Денег нет, но вы держитесь» пишет «Финанс». Путин заявил об отсутствии в бюджете денег на ремонт детских садов. «Средств всегда не хватает», ответил президент жителям Чукотки. То есть, понимаете, эта тварь вонючая, она даже... Он не стесняется говорить, что детских садов не будет новых. Но их не будет, да? Он говорит, средств нету, денег нет, но вы держитесь. И что интересно, как сказал Ерофеев, они ему морду не набили. Воистину, так сказать, пишет Петренко Андрей, комментируя. Россияны, нависшу вам детсадочки, Ідіть помирати за Путина на Украину. Росії не батьки та діти, а потребны гарматное м'ясо. Ну, правда. Фу, ну, как можно вот так вот спокойно сидеть перед родителями и говорить, да, Анна Маркс пишет, садов нет, но выражайте. Ну, 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 вдумайтесь. Ну вы знаете, что да, Сергей Фомин, э, что из род, э, что из роддома сразу на СВО, да, дойдет до этого. Значит, э, вы помните, что есть такой школьный юмор, когда э, Наталу попишет, ну потыкай ты на бибочку, украинцы поймут, да, есть такой такой школьный юмор. Школьный юмор заключается в том, что на новый год эм, мальчики переодеваются в девочек, он снегурочка, а девочка Дед Мороз, все смеются, ну потому что смешно, ну смешно. В Краснояр в Краснодарском крае власти начали проверку на наличие пропаганды ЛГБТ после того, как в школе номер два старшеклассник, играющий в КВН, исполнил роль Снегурочки на новогоднем предпри... мероприятии. Это уже не первый случай. Ранее в Приморье полиция проверяла физрука, сыгравшего Снегурочку на детском утреннике. А пишет Сталин Гулаг, а когда признают экстремистским обществом однополую семью, состоящую из мамы и бабушки? Скоро, скоро. Да, я знаю, что не не показывали э, карнавальную ночь. Да, там эпизоды, э, эпизоды, это самое. Ой, Михаил Никитин, наконец-то. Гонопольский чуть что юркнет под крылышко Венедиктова. Пшел вон, козел вонючий. Это другое. Пшел вон отсюда. Все. До свидания. В Оренбургской области в Бугуруслане вместо дороги сыпят гравий, Называют это отсыпкой. На полном серьезе называют это дорогой. И никакого асфальта, это и есть дорога. Ну да, что-то вот такое, да. Вы говорили про священника у Минского, что, почему его, так сказать, да? Выступавшего за мир московского священника Алексея Уминского вызвали в церковный, суд, в церковный суд, там протокол есть, в связи с отказом чтения установленной молитвой о святой Руси за божественные литургии. Накануне он был запрещен к служению и снять с настоятельства храма. Тут есть фотография, где он с Димой Муратовым, замечательно. Вот, понимаете, он прилетел в Хабаровск, фараон. И вот здесь вот фотография, стоят молодые люди, КВНщики. И у них э, три э, плаката. Они его встречают тремя плакатами. На одном написано, Владимир Владимирович, у нас холодно. Второй плакат. Наденьте шапку, пожалуйста. И третий плакат. Вы нам нужны здоровым. То есть, понимаете, остается только гадать. Это они так ему, это такой шутка юмора, то есть они ему напоминают, что не работают батареи, но они боятся ареста, боятся сесть в тюрьму, поэтому они так мягонько, мягонько, как кроличья лапка. И настоящий Низовцев пишет, в Хабаровске Путина встретили в аэропорту остряки КВНщики. Есть ли более жалкая форма жизни, чем Хабаровский КВНщик? Абсолютно правильно. Пишет Сибирь реалии: В конце 2022 -го года пьяный российский командир кинул гранату в спальню подчиненных. Семь человек погибли сразу, 16 получили травмы. Повоевать они не успели. А останки родственников, э, родственникам выдали лишь почти год спустя. Они где-то затерялись, пишут люди Байкала. Э, ну, затерялись, ну, бывает. Ну, все, мы теряем что-то такое. А, Чечня, новости из Чечни, я надеюсь, порадуют они вас. А, ой, Елена Авачук. тонко троллят пу. Знаете, они так пу тонко троллят, что никто этого не замечает. И прежде всего пу не замечает. Вы меня простите. Прекрасная новость. В Чечне возводят 5 многоквартирных домов на 175 квартир для бежавших из сектора газы. Кроме того, каждая палестинская семья... Поручит, получит от Кадырова по 100 тысяч рублей. Дотационная республика, вы знаете, порядка 5 миллиардов долларов Чечня получает, может себе позволить траты на палестинцев, а богатая Россия... Ну, понятно. замечательное четверостишее. Просто... Да, Майя Маленкова знает, что бастует, но молчат. Написал четверостишее неизвестный мне Герман Лукомников. Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, самою блин собой точно подмечено ну вы знаете очень много таких таких так сказать попыток понять великую загадочную русскую душу это попробовал сделать человек, которого зовут «Совесть Виктора Олевича». Ну, так называется он. «Я вам еще напишу. Россияне не одурманены пропагандой и не введены в состояние анабиоза. Они знают, что творит Вооруженные силы Российской Федерации в Украине. Они представляют, что происходит. Просто им непривычно, что жертва слишком долго сопротивляется и дает отпор. Негодяи просто. Подлецы просто. Смешно. Иронизирует по поводу холода и российских нравов. Всех, кто сомневается, что икона Николая Чудотворца не помогает согреться в квартире без отопления, будут привлекать по статье об оскорблении чувств верующих. Самое интересное, что могут привлекать. Миллион сообщений издевательских про фараона. Просто миллион. Пишет дорогой Владимир Владимирович, но это название. Огурцы пощупал на Чукотке, заебись твердые. А чем вы занимаетесь, когда все проблемы решени, решены и делать вообще нечего? И дальше фотография Путина и написано: Зачем вам отопление? Скоро весна. Пишет Стакановец. Только в России перед отопительным сезоном делают повышенную опрессовку труб, дабы выявить слабые места и залатать, а в остальном цивилизованном мире трубы меняют по истечению срока эксплуатации, независимо от их состояния, так как невозможно предугадать потом прорывы системы. Я вот вам хочу сказать, что Россия же зарабатывала на нефти миллиарды, миллиарды. Миллиарды. Просто деньги лились рекой. Можно было такую страну сделать. Все усрал, обосрал, просрал. И теперь перевожу. В России в, в собственном помещении насмерть замерз капитан МВФ Владислав Шевашкевич. В некоторых населенных пунктах Ленинградской области света не было больше 10 дней. Значит, короче говоря, он лег спать и замерз. У него был камин, по всей видимости, камин выключился. Вот такая вот история. И понимаете, как царь, так и псарь. Это же можно с ума сойти. Читаю. Для накопления денег пожилым людям можно откладывать 10% от пенсии. Вы поняли, чего я сказал? То есть, есть сейчас вы поймете, пенсионер, у них нет денег. Для накопления денег пожилым людям можно откладывать 10% от пенсии. То есть пожилые люди 10% от пенсии. Об этом в Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Игорь Калина, который это выложил, он говорит: я не расслышал, от чего откладывать? Понимаете, проб... ну вот вы тут пишете, откладывать от нищей пенсии, можно не есть несколько дней, вот. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что это, это чмо говорит такие слова. Вы знаете, у уральских пельменей есть старые номера. Помните, где сидят депутаты? и которые один заработал миллион, и потом вот заседание местной их думы, где они там решают очень смешные номера. И Полина Кухар говорит, откладывать на что? На похороны? Мелман пишет, прям капитан очевидность истинами лупит. Знаете, как Путина называют сейчас вот упырь? Еще одно. Вот он сидит, я имею в виду не этот, а Путин, упырь. Пишет Олесь Филоненко. Русские уже живут лучше немцев и вот-вот обгонят японцев по уровню жизни, считает Путин. Путин, цитата, Россия стала первой в Европе по объему экономики, несмотря на то, что ее со всех сторон душат, давят, мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Какое он? Еще одно его заявление. То есть, понимаете, он... Гарик Неман пишет. Хотите, я вам расскажу, как можно прожить на 2100 гривен в месяц со второй группой инвалидности в Украине? Гарик, в чем смысл того, что вы написали? Это нищенская нищенская, наверное, пенсия или я не знаю, что вот это. Да, это правда. Ну вот смысл, вы хотите сказать, а у нас хуже. Слава Богу, что вы еще хоть что-то получаете, и вы знаете, что это не украинские, а американские деньги. Потому что на вас напала та страна и тот народ, которому вы это пишете. На мой взгляд, это позорный смысл некрасиво. Или я чего-то не понял. Да, с, э, Скобеева, пишет Елена Исаулова, рассказывала сегодня, что Эрефия пятая экономика мира, а Германия шестое место. Боже мой, боже мой! И вот это существует. Вот это существует, вот эти вот Скобеевы, вот это вот все. Но он не, он не ограничился, понимаете? Он, он говорит, чтобы вы... Вот он говорит эти подлости, а вы эти подлости слушаете, а он говорит, а вы все равно меня выберете. И, и выберут его. Вот знаете, еще одно его заявление. «Иметь много детей становится модным». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря. Комментарии хорошие. Статистика с ним не согласна. Другой пишет. Особенно без тепла, электричества и с улетевшими в космос яйцами. Он все больше и больше становится похож на Медведева, вот его несет. Статистика. Во Владивостоке без отопления остались 18 домов, 3000 человек. Екатеринбург без тепла 320 многоквартирных домов, 5 школ и 2 детских сада. Краснодар, 10 улиц остались без света, воды и отопления. Ульяновская область без отопления. Жителей военного городка в Винзенском районе. Нужно добавить Новосибирск. Полетел коллектор э, теплоносителя на ТЭЦ-2. Это огромный район обслуживания. Не хочу больше. Так. Не, ну вот последнее такое юмористическое. Юмористическое. Посмотрите на эту картинку. Значит... Э, девушка, девушка и старенькая женщина, старушечка. Пишет Ольга Осипенко из «Единой России». Череду праздничных поздравлений мы завершили акции «Единой России» с Новым годом ветеран. Ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Волокитиной в Новотроицкий муниципальный орг, округ привезли гостинцы и продуктовый набор. К сожалению, состояние здоровья у Татьяны Федоровны тяжелое. Ветеран передвигается с трудом, практически не разговаривает, практически не разговаривает внимание. На мои, на мои вопросы о здоровье, о самочувствии. Татьяна Федоровна ответить не смогла, но стоило мне сказать, что я представляю партию президента Владимира Путина, Единую Россию, как глаза женщины загорелись от счастья. Она крепко сжала мою руку и пробормотала ⁇ Путин! Путин! ⁇ Невероятно, волнительно осознавать, что именно такие неподдельные эмоции вызывает наш президент у жителей Херсонской области всех возрастов. И мы, как представители президентской партии, должны это доверие и эту надежду оправдать. Научные новости. А, вы знаете, я вас не оставляю без этого и без стихотворения. Ха -ха, Мария Бабичева э, говорит: "А хотела сжать горло, да? Почему-то они ссылаются на Альберта Эйнштейна. Я не знаю почему. Вы знаете, это научные сайты и так далее. Э, согласно Альберту Эйнштейну, если пчелы, медоносные пчелы Исчезнут с Земли, то жизнь человеческая прекратится в течение четырех лет. Ну, имеется в виду, что они же переносчики-пыльцы и так далее. Кстати, еще начиная с советского времени говорили об этой проблеме, потому что в разных регионах пчелы почему-то исчезают. Ну, понимаете, вот какие-то такие вещи, которые важны. Более половины владельцев собак целуют питомцев чаще, чем членов своей семьи, показал опрос, проведенный в США. Вот так. Вот это интересно. 75% популяции земли людьми не имеют почтового адреса ну я думаю что э, это не только из-за фавел и так далее и так далее суть не в этом это, но сейчас наверное процент этот меньше потому что у многих э, электронный адрес Я когда-то читал эту, но, но, но надо сдвигаться с красивой цифры лайков. Улучш, улучшаемся. Ну, давайте улучшимся. Значит, передо мной фотография, такой догеротип, красивого молодого человека, наверное ему лет 35-40 знаете, такой классика такая, у него пробор и усы, такие молодой человек, учитель. Так вот, этот человек, которого мы проклинаем на века, человек, который придумал и, в, как это сказать, внедрил домашнюю работу, это итальянский учитель, которого звали Роберто Невилис. Он впервые это сделал в 1905 году для своих студентов. Да, США и Британия может, могут начать войну против хуситов в Йемене. Да, потому что я вам говорил, эти люди просто обнаглели, они опять обстреливают корабли, корабли там не ходят, Майерск боится, что... Ну, в общем, короче говоря, у них ракеты дает Иран. В общем, тяжелая история. О моей яхте, если бы с, с момента рождения Христа и по сей день вы получали бы по 180 тысяч долларов в сутки, то есть еще раз, 2024 года, вы бы вот жили эти 2024 года и каждый день получали бы по 180 тысяч долларов. Все равно глава Амазона Джефф Безос был бы богаче. Но он же второй или третий, там же, значит, есть еще наш с вами друг космический. Последнее научное. В Японии 90 процентов мобильных телефонов полностью защищены от воды. Вообще, это связано с тем, что подростки, молодежь активно пользуются телефонами во время приема душа. Один им один из самых популярных стихов, который я помню, у меня была пластинка Ивана Реброва. Поинтересуйтесь, наберите Иван Ребров, он, к сожалению, скончался, но вообще этот человек должен был быть героем Советского Союза, героем России. Это русский, который уехал давно, он жил в Германии ну, по Европе ездил, в Соединенных Штатах и так далее. Это такой э, бас такой, и он вместе с оркестром народных инструментов, ну, тоже западным, ну, из русских, он записал неимоверное количество дисков русских народных песен, ну, вот таких вот, знаете, вот ресторанных песен и так далее. Он, наверное, где-то умер 20 лет назад и так далее, но, естественно, это его псевдоним Иван Ребров, потому что Иван Ребров, ну, вот такое вот, да, очень качественно, и, понимаете, благодаря ему во многом сохранилась вот эта песенная культура. И один из... Э, романсов, которые он пел, это, конечно, этот. Послушайте его не как романс, немец Йоан Риперт. Э, вот, Иван Павлович Ребров, немецкий певец с диапазоном голоса в четыре октавы, исполнял русские песни и романсы, народные песни многих других стран, оперные партии и духовную музыку. Ну, видите, я, он чисто пел по-русски. Оказывается, он немец, немецкий певец. Ну, хорошо, спасибо ему. Я встретил вас и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло, как поздней осени порою, Бывают дни, бывает час, Когда повеет вдруг весною И что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян духовением Тех лет душевной полноты С давно забытым упоением Смотрю на милые черты как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне, и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут ни одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь. И тоже в вас очарование, и та же в моей душе любовь. Федор Иванович Тютчев. Понимаете, мы же в основном, вот я встретил вас, и все былое в ожившем сердце ожило. Вот это вот мы помним. Да, Козловский пел потрясающе, Лемишев пел и так далее. Ну, это вот, вот классика, понимаете, вот он написал стихотворение. А вот я не знаю, кто музыку написал, это вы можете посмотреть, но там все совпало. И вот это, ну, это одно из самых невероятных э, произведений вот таких вот которые живут 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 и будут жить и когда-нибудь когда россия прекратит эту позорную войну и россияне может быть когда-то обратятся к своей культуре на которую они отвергли ради убийства соседей. Может быть, тогда они будут чего-то петь о любви. Сейчас они пишут, поют о либо Путину слава, либо отдайте нам мешки с нашими мальчиками. Что поделать? Каждый человек творит своего несчастья. Но в данном случае у них коллективное несчастье. И оно заключается в том, что на идею убийства они ответили согласие. Спасибо вам большое. Значит, смотрите, завтра я сделаю эксперимент. Слушайте меня внимательно, пожалуйста. А завтра я выйду в эфир с аналогичной передачей. Ну, Гонопольский днем. Я не знаю, какое будет написано название. Гонопольский днем. Значит, смотрите, мне нужен ваш совет. <ты> э -э только что заметил, что у канала всего 88 подписчиков. Не понимаю, почему так мало. Я тоже не понимаю. Я думаю, что у меня должно быть миллион. Но у меня 88. Но слава богу, 88. У меня, я никак не мог до 88-добраться. Понимаете? А, мне все равно. Я устал. Я же не могу нанимать. Мне тут предложили нанять какую-то фирму, чтобы значит так далее. Не хочу. Смотрите, Багро советует мне это делать в 5 по Киеву. 6 по Москве. Почему? Потому что э, люди едут домой с работы, но еще до работы не доехали. Понимаете? Вот делать это в 5 или в 6 по Киеву, это 6 э, или 7 по Москве. Понимаете? Вот что вы мне посоветуете? Я просто хочу посмотреть, сколько человек, мы проанонсируем этот эфир, я хочу посмотреть, сколько человек э, зайдет и будет смотреть. Я понимаю, что, э, что это будет непривычно, потому что вдруг в это время и так далее, и так далее. Но тем не менее, я хочу попробовать. Пока не вижу предложений. В 17.30 нет. Нет, в 17.30. Почему в 17.30? Мне без разницы, завтра выходной в 5. Еще раз, я говорю про киевское время. Киевское, понимаете? В Москве 6. Мария Бабичева, в 18 будет удобно, в 19 по Москве особое мнение. Да, я не хочу попадать на них. Хорошо, давайте это будет 5 по Киеву, 6 по Москве. Все. 5 по Киеву, 6 по Москве. Все, 5 по Киеву, 6 по Москве. Значит, э, нормально. <соспит> Голков пишет. Смотрю в Канаде, без разницы. Все, значит, завтра в 17. Никаких сюрпризов не будет. Это будет тестовый эфир. Я просто посмотрю, сколько народа придет. Я понимаю, что придет не очень много народа, но важно вот чтобы было понимание, что будет еще один эфир. Как пишет юристов, попитка не питка. Договорились. Спасибо вам. Итак, традиционные просьбы, пожалуйста, расскажите друзьям. Я очень рад, что у меня 88 тысяч, потому что я долго-долго, несколько месяцев сидел на 87. Очень мало приходило людей новых. Ну, потому что один мне человек сказал, ты на любителя. Приглашай гостей каждый день. Не могу, не мое. Хотя будут, вы знаете, иногда приглашаю. Но я не могу вот в череде, как все. Я за этим не гонюсь. А, значит, смотрите, а, завтра, по всей видимости, появится донат в гривнах. Да, вечерний потом будет. Да-да-да, завтра будет два. Тамара Ивановна пишет, в пять, в шесть прямой. Почему в шесть прямой? У меня прямой в восемь вечера по киевскому. Ну вот, меня хвалят. Сегодня самый эфильный сильный эфир, еле сдерживаю эмоции. Спасибо вам, Матвей, вы самый яркий и правдивый. Боже мой, всем здоровья и мужества, спасибо. Значит, смотрите, прошу вас, чтобы вы, вот те 5000, которые были, но сейчас уже 4600, народ разбегается, прошу вас прорекламировать меня, чтобы все-таки как-то меня вот 100 тысяч набрать, и для меня это будет идеально. Это раз. Бросьте, пожалуйста, донаты. Можно в рублях, можно в кофе бросить. И, пожалуйста, становитесь патронами, потому что в субботу будет в зуме закрытый эфир, где мы будем валять дурака и значит, заниматься готовкой. Вернее, как, не заниматься готовкой, а приносить свое любимое блюдо и знакомить с этим блюдом что оно такое и как это все. Вот договорились, хочу сделать такой э, эксперимент. Рауф Гадзиев, В пятницу нереально. Ну, вам нереально, не э, не если пойдет, я это буду делать каждый день. Потому что у меня столько информации, я не успеваю вам ее рассказать. Все, я вам все сказал, я вас люблю поставьте финальные лайки и поставьте, сделайте финальные донаты. Обнимаю вас. До встречи завтра в 17 часов по Киеву. Анонс будет. Пока.